Мен Кюнтэ Манахыс. Здравствуйте, дорогие земляки. Калмыцкий народ находится сегодня в состоянии жесткого системного кризиса, охватившего все сферы жизнедеятельности народа. Духовность, культура, экономика, национальное образование, демография и так далее. Так получилось, что стечение политических, исторических, экономических обстоятельств возложило именно на нас, ныне живущих, ответственность за судьбу нации. Мы в ответе и перед предками, и перед потомками. И нам, увы, не на кого переложить эту ответственность и эту миссию. Мы не можем оставить решение на следующее поколение, так как молодежь сегодня в большинстве своем разъезжается и, вероятно, не вернется на родину, если тут не будут созданы условия для всестороннего развития личности и общества. Поэтому сегодня пора начинать хотя бы проговаривать проблему и пути ее решения. События последних лет в России и мире показывают, что ситуация может очень быстро и кардинально измениться. И мы наблюдаем эти явления своими глазами. Важно быть готовыми морально и инструментально к любому вызову времени. Мы должны вспомнить, кто мы есть исторически, понять источники кризиса национального самосознания. Возможно, тогда прояснится, что же делать в национальном просвещении, как возродить передачу исторических, культурных, духовных знаний от родителей к детям. Самое главное, необходимо разработать, условно говоря, 5 важных шагов для развития нации. Мы приглашаем принять участие в дискуссии, которая состоится на канале ЗАН Онлайн 5 декабря в 15 часов всех неравнодушных людей, кому есть что сказать и у кого имеется опыт реализации проектов. Пишите под этим видео свои вопросы, предложения, предлагайте кандидатуры участников. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.